Международный валютный фонд рассмотрит сегодня вопрос о включении юаня в корзину специальных прав заимствования. Экономист банка JP Morgan Джу Хайбинь полагает, что вероятность положительного решения высока. В то же время он считает, что объявить о нем могут не сразу. Стоит отметить, что усилия по либерализации процентных ставок и интернационализации юаня Китай принимает планомерно и намерен и дальше действовать в этом направлении. Об этом говорится в новом пятилетнем плане по развитию страны.